Всем привет! Сейчас покажу вам классную фишечку, как из фотографии, если, например, классная фотка, но ужасный фон, сделать прикольный фон. Только слишком сильно не увлекайтесь. Это такая программка «Телепорт». Выбираете «Галерея», выбираете «Изображение» и находите какую-то фотку. Ну, вот давайте вот эту. То есть, вот она, фотка. Видите, да? Ну, там фон какой-то, тетеньки сидят. Я нажимаю галочку. Он сейчас ее долго-долго будет обрабатывать. Там типа кожу, цвет кожи можно поменять, цвет волос в этой программке. Вообще она очень прикольная. Я ее только хотела удалить и нашла в ней одну вот фишечку. Сейчас покажу. О, смотрите, какой я негр. Нажимаем вот первую вкладку «Background», «Background от» и пошел красивый фон. Видите, то есть мы можем тут нажимать внизу любые фоны, выбирать то, что нам нравится, то, что подходит или не подходит. То есть, да, какой-то. Иногда бывает, что прям, ну, вот настолько в точку круто выглядит, что как будто бы вот реально я там нахожусь. Вот стою на Красной площади, например. Вот, можно так поиграть, да, но вы играете не очень долго, здесь их достаточно много. Вот я в космическая такая. Нажимаете потом вот на эту стрелочку. Либо нажимаете вот на эту стрелку «Сохранить». А можно также еще и поделиться. Я сейчас сохраню, мне понравилась фотка. А потом тут на три точки нажимаете и выбираете, куда отправить фото. Например, Telegram. И кому отправить. Ну, давайте кому-нибудь Мише отправлю фотографию свою на память. Все, видите, да, как круто. Да, пользуйтесь программкой, она действительно очень прикольная. Запомните, телепорт называется. До связи, всем пока-пока.